Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Меланойр. Да, в эту пиксельную чудо-игру. Ну что же, мы прибыли с вами в депо. Сюда нас не пускают. Скорее всего, нам нужно идти вот сюда. Да, я больше чем уверен. Ага, отлично. Смотрите, составы стоят. Мне такое впечатление, что здесь будет какая-то облава или ловушка. У нас же задание вроде бы как кого-то ликвидировать или встретиться. Я уже, честно говоря, не помню. Но сейчас мы все с вами узнаем. Докопаемся до сути дела. Так, здесь у нас, смотрите-ка, опять тупик. Все ящиками заложено. Здесь нам не протиснуться. Пойдем тогда в этом направлении глянем. Погоди-ка, а здесь, по-моему, тоже нам не пройти. И перепрыгнуть мы тоже, кстати, не можем. Я вот пытаюсь и... не получается, странно. А может быть нам сюда? Нет, тут тупик. Блин, жалко, что он здесь не может бегать. Только ходит. Очень интересно. А куда же нам тогда нужно попасть? Погоди-ка, ребята. Может быть вот сюда? А что нам это дает? Смотрите-ка. Ага, давайте-ка зайдем. А вот здесь выйдем. Да, какие-то кассеты лежат или что-то в этом роде. В общем, не берется это все. Тихо. Стой, не шагу дальше. Фу. Так, смотри-ка, кто-то там. Хорошая работа, а теперь иди за мной. Берета хочет с тобой поговорить. Опа, это еще кто такой? Тони! Ладно, пошли к Берете. Ну, пошли. Так, ребят, я уже, смотрите-ка, больно шустро двигаюсь как-то. О, смотрите-ка, кто у нас здесь. Ей-ей-ей-ей, потише, братюни. Да что ты у меня не стреляешь-то, ни шиша? Давай-ка всех тут почикаем по-быренькому. Да, как бы тут не отдуплиться только. Двигаемся далее. Смотрите-ка. Опа, GP. А ну-ка давайте-ка вот так вот по-хитрому сделаем. Кто тут? Привидение, ё-моё, кто тут? Да-да-да, надо всех тут положить. И желательно все это сделать аккуратненько. Все, готов, охламон. Так, где тут? Ага, проходим. Ну что ты там, а? Луиджо, стоишь, улыбишься. Ну-ка, если в знак. Блин! Что вообще за хрень? Вот он! Тихо, не буянь. Фух, хорошо, что у нас быстро восстанавливается житуха. Эй! Тише, сморчок, нифига ты даешь. Коктейль Молотова все-таки запустил. Если бы попал, я бы зажарился. Так, очередной фриц. Ну-ка, давайте его. Вот говнюк. Отправим, как говорится, к праотцам. Дайте-ка мне. Слушайте, может быть лучше в знак? Хе-хе-хе, рикошет называется, ё-моё. Вот ты где. Да, я тут. Сморчок. Готов. Ага, воу. Хорошая реакция, вот что я вам скажу. Значит, нам нужно, скорее всего, вот сюда идти. Погоди-ка, а здесь тупик. А, вот, перепрыгнуть, наверное, надо, ага. Так, что дальше? Тюнь, минус один. А, минус другой. Ядрить, остановите этого говнюка. Опа. А ну-ка, давайте-ка сейчас. Ё-моё, как в лучших традициях боевиков, ребят. Я прям этот, ху-ху-ху, ниндзя. Ё-моё, лишь бы не заколбасили. Так, крутимся, ребята. Пускай житухи восстанавливаются у нас. Так, минус один. Сейчас, подождите секунду. Сейчас кого-нибудь еще шваркнем. Ага, готов. Пока. Давайте-ка, наверное,
В принципе, можно и в знаки пострелять, но пока на них наведешь. Есть. Так, двое осталось. Ну-ка. Все, и последнего лопушка мы подбили. Так, а что нам дальше делать? Ха. Оп. Это мы якобы с вами... Тихо, откуда вы тут взялись, эй? Лунатики? Блин, да ладно. Так, и будете без конца, что ли, прибегать? Вот говнюк. Да. Он у меня такой, говнистый малость. Ага, о-о-о, бежит, смотри, с ножом. На меня. Зря ты так, зря, конечно, черномазенькая. Так, что-то у нас-то за два брата-акробата. Одинаковые с лица. Моя очередь. Давайте, ребята, накормим их свинцом. Всех причем. Да что ж такое-то? Мне все время здесь приходится пробиваться с боем. Этот что, с ножом что ли идет? Ну да, смотрите-ка. Маньячелла. Ты за это ответишь. И спусти... Оу, и спустил дух. Так. Вот это уже плохо. Кто-то бросает коктейль Молотова. Попался, придурок. Но это мы еще посмотрим, кто придурок и кто попался. Минус. Вот он. Ты давай иди сюда, олух усатый. Ну что, да вот он, ребята, вот он стоит, этот чувак с бутылочками, с коктейлем Молотова. Оп. Аккуратно все это делать надо. Давай, выходи. Бинго. Так, мне как-то надо это сморчка подловить. Хе, добегался, кучерявый. Слушайте, а наверху мне не нравится. Что-то сейчас наверняка будет здесь. Какая-нибудь облава, ловушка, нет? Хм, странно. Ну-ка, опа. Обожаю, оу. Ты ничего себе там, чувак, с дробашом. Эй. Да. Недолго я тут плясал. И откуда начнем? О, отсюда. Так, минус. Ха, чувак с дробовиком допрыгался. Так, прыгаем. Ну что, пора за них браться. Тихо, нифига тут. Тут у нас еще, оказывается, составы ездят, разбиваются. Ха, причем машинист, он почему-то вылетел из окна, аж бедный. Да, конечно, с ножом она идет на меня. Ну, додумались же тоже. Хотя в ближнем бою, наверное, было бы не сладко с ней встретиться. Ага, просек. Тихо. Смотрите-ка, как подлавливают. О! Я уже узнаю, ребята, эти блондинчики, они всегда почему-то у нас с бутылкой коктейля Молотова. И они всегда бросаются. Так, Педро. О, как хорошо прилег. Сложился калачиком и спит. Так, давайте-ка вот этих, наверное. Так, их тут две. Две барышни. Уже одна. Отдохни, с ножом она там ходит. Слушайте, все довольно... Опачки, чуть было не попался. Выбежал еще один. Ох ты, что это такое? Что это сейчас было? Смотрите-ка. У меня суперпуха. Нифига я... Одним патроном двоих. Вообще шикарно. Мне нравится. Ага, перезарядиться нельзя. Жаль. А мне понравилось. Давайте этого очкарика сейчас, наверное, попробуем заколбасить. Ну, что ты там прячешься? Давай, выходи, вот как раз. Бинго. Я ищу тот ковбой. Все, что ли, больше никого нету? О-о-о-о! Ядрить, макарить. Куда идти-то нам теперь? Сюда вниз? Ну, блин, промахнулся. Все за тебя. Ой-ой-ой-ой, в ближнем бою. Нифига он там меня почикал. Блин, откуда начнем-то, ребят? Да, складывают меня. Да, подожди-ка, не, нормально. Отсюда. Хе-хе, рикошет, хорошо работает. Причем 100%. Надо будет в знаки палить. И все будет хорошо у нас.
Да-да-да, говнюк еще какой. О, чувак с дробовиком, стопудняк. Говорю, по-моему, такой уже был охламон. Не пробить. А вот здесь почему-то пробивается. Как-то странно, да? Через те ящики я не могу... Опачки. Смотрите-ка, пузырек. JP, я так понимаю, это коктейль Молотова. Да ведь? Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Оу-оу-оу, тихонько-тихонько. Так, с ножом барышня бежит. Отправляем ее на покой. Она его заслужила. Да, как я вам говорил, ребята, эти жулики у нас с дробашами. По их рожам просто сразу можно определить. Блондинчики у нас бросают коктейль Молотова. Эти у нас с дробашами ходят. Как бы уже определились. А этот куда-то там наблюдает, смотрит. Блин, они, по-моему, бесконечные здесь. Давай, иди сюда. Слушайте, он с дробовиком, но дистанция... Радиус поражения, точнее, маленький у дробовика. Но все равно я бы хотел такую штучку себе иметь. Как только что вот у нас был пистолет. Согласитесь, козырная вещь. Одним патроном можно сразу пробить двух. Получается, типа как магнума. Ага, дробовик опять. Был. Да что ж такое-то. Так, по-моему, нормальные ребята, да? А нет, смотрите-ка. Достал бутылку коктейля Молотова. Она ему не пригодилась. Погоди-ка, я не могу почему-то, ребята, здесь перейти. Даже перепрыгнуть не получается. Странно. Давайте-ка тогда попробуем вернуться, наверное, я думаю. Да, вот здесь вот. Опа. Отлично все. Разбор... О, вон вижу пистолет, ребята. Козырную штуку, скорее всего. Ну, давай, 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 давай этих говнюков. Дамочка, отвали. С ножом прет, а. Дайте-ка мне этот револьвер. Ты, вообще козырно. Эх, жалко. Жалко, конечно, что всего 6 патронов. Не понял, а что дальше делать? Ага, наверное, скорее всего, нам нужно, да, вот сюда идти. И никого нету. Ну? Где вы тут? Хм, интересно. Опачки, что случилось? Ищешь кого-то, Пьеро? Ты Чиро, да? Мне нужен твой босс. Вежливо попрошу тебя взять в руки зад и свалить отсюда нахрен. Беретта в конце улицы. Поторопись. Гиро. Воу-воу-воу-воу-воу. Это не Гиро, это Чиро. Так что надо делать? Хм. Бежать, я так понимаю, да? Просто-напросто. Ну ладно. Ты покойник. Конечно, ага. Хорошо, ребята, ну-ка. А если мы постреляем маленько? Воу! Надо было стрелять! Хе-хе! Черт! Блин, сгорел я. Вали отсюда, придурок. Ну что, ребята, смотрите, как проходится этот босс. Якобы. Главное... Вот сюда вот. Смотрите, ребята, раз. Он 3 раза будет сюда заезжать. У нас есть время на расстрел. Так, второй. Никуда не идем. Перезаряжаемся как можно чаще. Все, сваливаем. 3 раза. Здесь тоже спокойно ждем 3 раза. Выходим, постреляем и обратно. Если мы будем стоять чисто там, он стрелять начнет в бочки, и мы сгорим. Бежим дальше. Вот здесь, ребята, немного будет сложнее. Смотрите, нам придется здесь постоянно выбегать, потому что бочки стоят у другой стены. Соответственно, он будет стрелять и взорвет обязательно. Вот так вот. Горцуем, короче. Все, пора сматываться. Не забываем про ХП.
Так, отлично. Шикарно, все, ребята. Он наш сейчас будет. Расстреливаем его. О-хо-хо-хо, неудачка, ребята. Неудачка, ладно. Попытка номер три. Так, отлично. Расстреливаем. Блин, перезарядка, это все время про нее забываю, а. Как-то довольно быстро заканчиваются патроны. Все, ребят, пора сваливать. Видите, автоматически то место зажигается. Здесь также три раза. Стрелять можно просто в состав. Не обязательно ему в лицо. Просто стреляем. Так. Пора сматываться. Ну, здесь надо будет туда-сюда, короче, выпрыгнуть, запрыгнуть. Чтобы он не взорвал эти бочки. Как-то я хреновенько, если честно говоря, иду. Так, побежали. Здесь то же самое. Да ёпрсты, я сколько времени трачу на то, чтобы перезарядиться. Пропалил говнюк все-таки, да? Ладно, последний шанс у нас. Погнали, наверное, отсюда, ребята. Yes! Готов. А нет, не готов. С королем Чира тебе так просто не справиться. До встречи, говнюк. И убежал. Хорошо. Опа. Ага. Я нашел старика. Следуй за мной. Кто это вообще такой, а? Постоянно нам кто-то что-то где-то помогает. Опачки. Джанни, вот мы и встретились. Подожди, зачем сразу так? У меня есть деньги, я тебе заплачу. Разберись с ним и пойдем уже отсюда. Секундочку, Тони. Этот придурок пытался меня грохнуть. Быстрая смерть не для него. Оставьте нас в покое, животные. Госпожа, проявите терпение. Я займусь вами буквально через минуту. Давай прихлопни его и валим отсюда. Сюда вот-вот нагрянет полиция. Подожди, я хочу насладиться моментом. Опа, а это еще что такое? Не двигайся, Джанни! Кто там? Не пытайся нас поймать, старик, потому что ланцета поймает тебя сильнее. Выходи, выходи, или я буду стрелять. Не выходит. Кто там ныкается-то, а? РТ. Хорошо. Нет! Мерзкая свинья! Ой. Игрушка упала. Пьеро, какого? Трус, убийца! Ты убил его! Ты убил моего мальчика! Вау! Я убью тебя! Джанни, любимый, нет! Ну же, закончим уже и уйдем отсюда! Будь ты проклят, убийца! Хватит! Замолчи! Закрой свой поганый рот! Заткнись! Ядрить его на корень! Мы закончили, пошли отсюда. Ядрить. Да он психопат, мы должны были убрать только самого Беретту, а не всю его семью. Все это очень хреново. Вот это, ребята, жесть. Честно говоря, я не ожидал, что такое будет в игре. Комиссар, у меня есть для вас важная информация. Вот это мясо. Я знаю, кто вырезал семью Беретта. Слушайте внимательно. О-оу. Интерлюдия. Квартал Джамбелина, 1551. Значит так, хотите играть по-настоящему, ставьте все. Нечего тут анонизмом заниматься. Да, черт побери, Пьеро. Расскажи все. Мне надо отлить. Я тут кое-что задумал. Расскажу, когда вернусь. Нужно похитить кое-кого. Нифига мы маньячелом таким играем. Жесть. Вообще беспредельник по полной программе. Просто псих, маньяк, убийца.
Так, что тут у нас? Ха, дверь та самая простреленная. А почему-то первую дверь заменили. Так, мы отлили. И выходим. Не с места! Чего надо, мусор? Пьеро Саки, вы арестованы за убийство семьи Беретта. Это шутка, что ли? Не знаю я никаких Беретта. Расскажешь суде, козел. Ты идешь с нами. Вот и повязали. Нехило, я вам скажу, ребята. Вот это завязочка. Вот тебе и интерлюдия. Ага, смотрите-ка, суд. За жестокое убийство семьи Беретта суд приговаривает Пьеро Саки к пожизненному заключению в тюрьме Сан-Виторе. Опа. Тюрьма Сан-Виторе, 12-28. Неужели в тюряге будем, а? Блин, а игруля не так проста. Эй, свиньи, пора жрать! Будь на то моя воля, вас бы кормили одними опилками 3 раза в день. К счастью для вас, власти со мной не согласны. Шевели булками! Коричневая миля. Фух. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноточке мы, пожалуй, с вами закончим эту серию. Увидимся вскоре. А на этом все. Всем пока и удачи вам. Ты мог бы жить, как все живут, бежать, как все вокруг бегут. Суровый ритм дорог не для тебя, не для тебя этот шум. Ты взял багаж и ноутбук, купил билет весь первый круг.